Тюменская область, Югра и Ямал обменяются опытом поддержки семей участников СВО. Накануне в Когалыме прошло заседание Совета законодателей трех регионов. Обсуждали развитие городов, промышленность, рынок труда и многое другое. Поговорили и о проблемах. Например, об отсутствии авиационного сообщения между Когалымом и Тюменью. Вопрос намерен решить общими усилиями. Кроме того, в центре внимания поддержка семей участников специальной военной операции. В этом направлении проводится большая работа. Тем не менее, у каждого из своих субъектов свои практики и подходы, которые могут быть полезны соседним регионам. Мы актуализировали в своих программах на прибыль. Хорошие практики у каждого региона есть, но у каждого есть свой опыт. И, безусловно, для нас очень важно этим опытом воспользоваться и где-то вот обменяться. Мы сегодня рассмотрели послание президента, реализацию послания президента, как мы... Законодательное собрание в этом направлении идем, и здесь тоже нам есть чему друг друга учиться.